Я попробую винт, который зажимает ASIC. Очень мне понравились винты KGU Brass. У них разительное отличие, я считаю. Они отличаются по весу, и это, конечно же, влияет на звук. Сейчас я продемонстрирую игру на родном винте. У меня Yamaha Custom 82Z. И родной винт. Я примерно буду играть одно и то же, для того, чтобы можно было отличить, да, тембральную окраску этих винтов. Ребята, наверное, сами расскажут. Не знаю, сколько граммов он. В принципе, все очень прикольные, очень нравятся мне, как звучат. Интересно. Никогда не думал, что от винтика может так отличаться тембр. Удобнее играть. Это, по-моему, один из таких не самый легкий и не самый тяжелый. Средний, по-моему, по весу. Вот этот винт, который я выбрал для моего инструмента, он дает больше гармоник. На нем легче играть, реально легче, по сравнению с моим. Лучше ощущается тембр, передается тембр лучше на, вот, видимо, на зубы, на все резонаторы. И гораздо легче играть. И это, скажем так, это чувствуется и реально чувствуется. Mm-hmm.